Добрый день любителям рыбной ловли. Сегодня мы выехали ловить карася. Буквально несколько недель уже лежит приобретенный мною спиннинг Prestige 0,208 грамм в росте 185 сантиметров. Стоит катушка фирмы Цуриное FS800. Поставил вот такую приманку Андрея Быкова. Вот 0,2 грамма на голове. Посмотрим. Здесь в основном концентрируется и бывает караси небольших размеров. Но опять же, в принципе, может получиться так, что попадется и крупный карась. Потому что, в принципе, бывают караси разных размеров. Но, по крайней мере, здесь я крупных карасей не ловил. Пару ударов было. Видео есть у меня с рыбалок, именно с этого озера. И здесь я преимущественно ловил карасей небольших размеров, но в плане того, что поклевки есть, поклевки однозначно имеют место быть, причем частые поклевки. Посмотрим, как сегодня получится. До этого я ловил на спиннинг тоже мормышинговый блэкэддер. В принципе, видео есть. Можете просто пройти по ссылке и посмотреть данное видео. Там было очень много карасей, но преимущественно небольших размеров. Здесь в основном карп, карась. Ну, на той стороне хорошие места есть, под деревьями, много коряк. Ну, в принципе, у нас 2-3 часа времени есть, можно будет по кругу переместиться, посмотреть. Самое главное — найти точки, где карась концентрируется, а дальше, в принципе, поймать. Я думаю, с данным спиннингом и с разнообразием приманок проблем не будет. Так, пока поклевок не видно. Одна поклевка, одна незначительная была. И на этом как бы все.
сейчас вот это место я еще раз проверю, и дальше уже будем перемещаться. Так, попробуем закинуть в то место, где была активность. Ух ты, сошла прямо здесь. Причем, мне кажется, она не маленькая была. Все равно, мне кажется, что здесь рыба стоит, и стоит рыба неплохого размера. Давайте еще одну попытку проводки сделаем, а дальше уже будем перемещаться. Есть, есть, есть. Первый карасик на спиннинг. Престиж. И благополучно рыбка сошла. Карасиков я один за одним ловил. Что-то сегодня вообще слабо. Вообще ничего нет, карасиков нет. Даже карасиков мелких нету. Может, они куда-то переместились, что ли? Скорее всего, не здесь, где-то в другом месте. На той стороне я одного маленького поймал. Карасик? Да. Что тут говорят? Щука есть? А? Щука есть, говорят. А, я даже не знаю. Поймал? Видел, ну, да? Ну, тоже рассказали, говорит, я сидел внизу, ловит на удочку, попробовал. Карася, короче, поймал. И
По верху много ходило, крупная рыба, видно. По верху ходило, да? Ну, может, сейчас солнце спало, может, чуть-чуть активность. Ну, вот, только что из-за этого. Подождать чуть-чуть. Сейчас же погода вертит, крутит, не влияет. Хотя, на такую на мелочь не должно ничего. Вообще, никакого не было. Карасик постоянно жить не давал. Это вот, закидываешь, он на тебя... Вот есть. Маленький карасик есть. Ну да, я же говорю, вот такие один за одним клевали, прям подряд. Ну да. Ну, хотелось бы, конечно, чуть-чуть покрупнее, но... Хотя бы таким маленьким мы рады, да? Да когда не клюет, уже думаешь, подбить. Такой карасик. Потом начинает такой ловить, уже начинает ловить. На карася? Да. Ну, хлебушек. Хлеб возьму, хлеб вот. Да, есть у меня приманки. Просто не клюют они. Карась? Ну, маленький тебя поймал, там, котята. Ну, я тоже пару поймал маленьких. Отпустил. Прям. Возьми дальше. Дальше, да? Mm-mm. Ничего себе. Даже видео мы стоим. Вот там под деревом, видишь? Ага. Вот там они сидят. Карася вот на этот спину половился? Да. На движение, да? А так? Да. А так никогда не ловил. Это спиннинг я мучил вот здесь форель ловить. Здесь форель есть. Он походит там. Поймал, да? Да. Где твоя леска, там сейчас космос. Это толстолоб, да? Там они вот так. Но они не клюют, да? Они, короче, на это, вот такие карасики маленькие попадаются, и все. Что-то крупных карасей тоже не видно. Вот такой малюсенький. Так, вот здесь тоже прям очень такое хорошее место. Карась крупный, в принципе, может стоять.
поставил другую приманку. Я поставил танту Андрея Быкова, самая маленькая, которая у меня есть, в фиолетовом цвете. В принципе, фиолетовый цвет, он такой рабочий цвет по карасю. Посмотрим. Пару ударов было опять, ну мелочь, мелкие играются. Есть, вот она, до сих пор она бегает, прыгает, пытается пойматься, но не ловится. А вот теперь она доловилась. Вот такой. Такая красавица маленькая. Честно говоря, места очень хорошие здесь. Вообще ветра нет. Идеально для мармышинга. Есть. Кого-то поймали. Маленький очередной микрокарась. Да, это четвертый или пятый по счету. Вот такой карасик. Так, у нас очередное хорошее и перспективное место. Есть. Сошла. Есть. Опять сошла. Есть. С третьей попытки взяла. Ну, маленькая, поэтому они сходят. Если крупная попадется, то однозначно здесь вообще проблем не будет. Вот такой очередной карасик. Маленький микрокарасик. Далеко не закидывая, в принципе, можно попробовать вот здесь под дерево кинуть. В принципе, возле берега здесь может стоять либо крупный карась, либо другая рыба крупная. Есть. Ух ты, сошла. Ну, опять очередная маленькая рыбка. Полностью чувствуется, как она атакует. Вот
Вот это чуть-чуть подлиннее, по размер поболее. Ну, наверное, на 1 сантиметр. Или на 2 сантиметра. Такой более-менее пузатенький. Вот такой карасик. Налево кинули, направо кинули. Я думаю, центр тоже не оставим мы. Здесь очень сложно предугадать, где будет поклевка рыбы. Потому что всегда это происходит в неожиданных местах. И всегда это по-разному бывает. Казалось бы, вообще не перспективное место, но бывают иной раз такие поклевки, что попадаются крупные рыбы. Потихоньку уже будем, наверное, закругляться, потому что уже темнеет. Несколько мест на обратном пути я посмотрю. Посмотрим, попадется карась или нет. Здесь, в принципе, место тоже такое интересное. Стоит тутовник, и там оттуда падает. И я думаю, карасики там стоят, подбирают. Ну, определенная активность под деревом есть. Ну, видно, что там карась стоит и подбирает все, что падает с дерева. В принципе, опа, есть. Как я и говорил, прям близко, когда подводил я под деревом, вот такой маленький карасик клюнул. В принципе, можно, наверное, потихоньку подводить итоги рыбалки по карасю на спиннинг престиж. Крупных рыб поймать не удалось, ловилась в основном мелочь. Но, тем не менее, палка такая информативная и довольно-таки интересное по поклевкам, по ощущениям. В принципе, все понравилось. Поймали где-то 10-15 маленьких карасей. Крупных не попадалось.